Из аутсайдеров – лидеры. Самарский район готов к отопительному сезону больше, чем на 80%. Полным ходом идет ремонт тепловых узлов отопления. Создана рабочая группа по проблемным вопросам. Ремонт сетей и другие этапы подготовки взяты на особый контроль в городском департаменте ЖКХ. Все работы во всех районах Самары должны быть завершены к началу сентября. Своеобразный район, есть узел управления на одном доме, а литеры все идут, значит, запитаны разливами подземными, там, воздушными и так далее.